Джая Джая Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда, Джая Двайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вринда, Джая Джая Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда, Джая Двайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вринда. Джая Джая Шри Чайтанья Джая Нитьянанда Джая Двайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вриндам. Так, дорогие преданные, мы читаем Шри Чайтанья Чаритамриту, глава 7. Господь Чайтанья в пяти ипостасях отделила текст 72. Муркатумито марнахи кведанта тикара Кришна мантра джапасадам, эй мантра сарам. Ты глупец, сказал он мне, ты не способен изучать философию Веданты и потому должен всегда повторять святое имя Кришны. В нем суть всех мантр и гимнов Вед. Комментарии его божественной милости Абхайчарана Равинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Шрила Бхактистан Сарасвати комментирует этот стих так. Высшей цели жизни можно достичь, если строго следовать словам, услышанным из уст своего духовного учителя. Такое отношение называется шрутаввакьей. Это означает, что ученик должен неукоснительно исполнять указания духовного учителя. Шрила Вишванат Чакраварти Такур отмечает, что ученик должен дорожить словами своего гуру как собственной жизнью. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это, поскольку его духовный учитель наказал ему повторять святое имя Кришны, он всегда повторяет Махамантру Хари Кришна. Кришна мантра джапасада эй мантра сара. Кришна – источник всего сущего, поэтому только тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, может утверждать, что окончательно установил отношения с Господом. Человек, лишенный сознания Кришны, лишь отчасти связан с ним и потому еще не вернулся в свое естественное состояние. Шри Чайтанья Махапрабху – это сам Кришна, Верховная Личность Бога, Духовный Учитель Вселенной. И тем не менее он поставил себя в положение ученика, чтобы показать, как важно следовать наставлениям духовного учителя и всегда повторять Махамантру Хари Кришна. Тот, кто слишком привязан к изучению философии Веданты, должен извлечь урок из поведения Шри Чайтаньи Махапрабху. В наш век никто по-настоящему не способен изучать Веданту, поэтому лучше повторять святое имя Господа, ибо оно содержит в себе суть ведийского знания. Кришна сам говорит об этом в Бхагавадгите 15.15 «Ведаща сарьбарь ахамева ведё, веданта крит ведавит эва чахам». «Цель всех вед – постичь меня, я истинный составитель веданты и знаток всех вед». Только глупцы оставляют служение духовному учителю, думая, что обладают глубокими духовными познаниями. Чтобы предостеречь таких глупцов, Чайтанья Махапрабху показал, каким должен быть настоящий ученик. Духовный учитель прекрасно знает, какой деятельностью занять каждого своего ученика. Но если ученик считает себя умнее и, перестав следовать указаниям духовного учителя, начинает действовать независимо, он тем самым останавливает свое духовное развитие. Каждый ученик должен считать себя полным невеждой в науке о Кришне и всегда исполнять указания гуру, чтобы обрести сознание Кришны. Ученик всегда должен чувствовать себя глупцом перед духовным учителем. Противоположность этому так называемые любители духовной жизни иногда принимают своим учителем человека, который не годится даже в ученики, ибо хотят держать его у себя в подчинении. Для духовного самопознания это, конечно же, бесполезно. Тот, кто не постиг в совершенстве науку сознания Кришны, не может знать философию Веданты. В
Показное изучение веданты без сознания Кришны – это одно из проявлений внешней энергии майи. Пока человек не выйдет из-под влияния изменчивой материальной энергии, он будет далек от преданности Верховной Личности Бога. Истинный последователь веданты – это преданный Господа Вишну. Величайшего из всех хранителя Вселенной. Не оставив служение ограниченному, невозможно достичь безграничного. Знание о безграничном – это настоящее брахма-гьяна, знание о Всевышнем. Люди, привязанные к кармической деятельности и философствованию, не способны по достоинству оценить святое имя Господа Кришны, которое всегда исполнено чистоты, свободы и духовного блаженства. Тому, кто нашел прибежище у святого имени, не отличного от самого Господа, нет необходимости изучать философию веданты, ибо такой человек уже постиг ее смысл. Если человек не способен повторять святое имя Кришны, если он думает, что святое имя отличается от самого Кришны, и чтобы познать Кришну, берется за изучение веданты, это означает, что он перевесший глупец, что подтвердил на своем примере Чайтанья Махапрабху. К той же категории следует отнести и философов, которые изучают веданту, чтобы прослыть великими мыслителями. В отличие от них, тот, кто всегда повторяет святое имя Господа, уже находится по ту сторону океана невежества. Даже если такой человек низкого происхождения, следует считать, что он постиг философию веданты. В этой связи Шримад Бхагаватам 3.33.7 утверждает: если тот, кто родился в семье собакоедов, начинает повторять святое имя Кришны, это значит, что в прошлой жизни он прошел через все виды аскезы и совершил все ведийские яги. Другое утверждение гласит: тот, кто произносит два слога Хари, уже изучил четыре веды – Самаведу, Ригведу, Яджурведу и Атарваведу. С другой стороны, есть люди, которые неверно истолковывают эти утверждения и принимают их очень легкомысленно. Таких людей называют сахаджами. Они считают себя возвышенными преданными, возвышенными вайшнавами, но не притрагиваются к веданта-сутре или учению веданты. Истинный вайшнав должен изучать веданту, но если изучив ее, он не начинает повторять святое имя Господа, то он ничем не лучше майавади. Поэтому нужно избегать как склонности к майаваде, так и пренебрежения философией веданты. Сам Чайтанья Махапрабху продемонстрировал знания веданты в приведенной ниже беседе с Пракашанандой Сарасвати. Из этого следует, что вайшнав должен в совершенстве знать веданту, но не считать ее изучение единственным достойным и достаточным для себя занятием. Не проявляя интереса к повторению святого имени. Преданный должен сознавать важность как изучения веданты, так и повторения святого имени. Если изучение веданты приводит человека к имперсонализму, значит, он ничего в ней не понял. Это подтверждается в Бхагавадгите 15.15. Слово «веданта» означает «конечное знание». Вершиной знания является знание о Кришне, который не отличен от своего святого имени. Несерьезные вайшнавы, сахаджи, не утруждают себя изучением веданты, объясненной в комментариях четырех ачарьев. Гаудия Сампрадая тоже есть комментарий к веданте, который называется «Говинда Баша», однако сахаджи считают подобные произведения оскверняющими философскими измышлениями, а самих ачарьев преданными со склонностью к гьяне. Так эти люди прокладывают себе дорогу в ад. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Бутале Шримати Бхакти Веданта Свамини Ти Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчата Дешитариде. Так, дорогие преданные, беседа продолжается.
Очень важная беседа между Господом Шри Чайтаньей Махапрабху и Пракашанандой Сарасвати. Пракашананда Сарасвати, глава Майавади в городе Варанаси, в центре всех Майавади. И Господь стал говорить на то, что сказал Пракашананда Сарасвати. В предыдущем стихе он сказал: «О мой господин», очень уважительно, «послушай, я объясню, в чем причина. Мой духовный учитель считал меня глупцом и потому ругал. И в комментариях Шрила Прабхупада в предыдущем стихе говорил, приводил стих знаменитый: «Харер нама эвакевалам, калам насти, эва насти, эва гатираньята». Слово «эва» три раза повторяется. Это значит «нет иного пути», «нет другого пути». То есть «калау насти», «кали-югу». «Кали-югу» нет иного пути, век глупцов и негодяев. Совершенство кроме повторения святого имени. И Шрила Прабхупада сказал, вот почему нужно со всей серьезностью встать на этот путь повторения святого имени. И еще дальше Господь в этом стихе, сегодняшнем 72-м, продолжает. Говорит, что «ты глупец», сказал он мне, «ты не способен изучать философию Веданты, и потому должен всегда повторять святое имя Кришны, в нем суть всех мантр и гимнов». То есть Господь углубляет эту беседу. И здесь длинные комментарии Шрилы Прабхупады, которые приводят сразу же комментарии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура на этот стих. Здесь очень важно понять, как Шрила Прабхупада объяснил, два момента, что и изучение Веданты без повторения святого имени, и повторение святого имени без изучения Веданты, это оба являются ошибкой. И Шрила Прабхупада здесь приводит два раза в комментариях один и тот же стих, знаменитый стих 15.15 Бхагавад-гиты. В этом стихе говорит сам Господь Кришна, что цель всех вед – познать Его, постичь Его, постичь Меня, Он говорит, цель всех вед. И Я – истинный составитель Веданты, и Я – знаток всех вед. То есть, чтобы предостеречь таких глупцов, говорит Чайтанья Махапрабху, те, которые думают, что обладают глубокими познаниями духовными и оставляют служение духовному учителю, он преподал такой пример. Фактически, быть послушным гуру – это не просто какие-то слова, нужно реально следовать его наставлениям. И здесь Шрила Прабхупада приводит в комментариях важный момент, что в данном случае было сказано о Господе Шри Чайтанье Махапрабху, потому что его духовный учитель сказал: постоянно повторяй Махамантру Хари Кришна. Да? Здесь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает, что его духовный учитель наказал ему постоянно повторять святое имя Кришны. Он всегда повторяет Махамантру Хари Кришна, Кришна Мантра Джапа Сада и Мантра Сара. Но Шрила Прабхупада здесь пишет, что духовный учитель прекрасно знает, какой деятельностью занять каждого своего ученика, но если ученик считает себя умнее и, перестав следовать указаниям духовного учителя, начинает действовать независимо, он тем самым останавливает свое духовное развитие. То есть Шрила Прабхупада нам не сказал своим последователям, если мы считаем себя последователем Шрилы Прабхупады, он сказал всем последователям 16 кругов Махамантры минимум повторять. Минимум 16 кругов, но еще дал индивидуальные наставления тоже. Индивидуальные наставления.
И здесь не говорится о виде духовного учителя, в комментариях не говорится только о дикша-гуру. Здесь говорится духовный учитель. Поэтому мы можем воспринимать это в общем понятии, что и шикша-гуру, и дикша-гуру являются настоящими истинными духовными учителями. И ученик, который считает себя учеником, должен следовать наставлениям. И каждому могут даваться, кроме общих наставлений, индивидуальные наставления тоже. И здесь об этом Шрила Прабхупада говорит, что духовный учитель прекрасно знает, какой деятельностью занять каждого своего ученика. Мы видим, что разные ученики Шрилы Прабхупады, кроме общих наставлений, особенно повторять святое имя, не меньше 16 кругов, которые являются юга-дармой, и во время инициации ученик дает обет повторять не менее 16 кругов всю жизнь, Махамантри Хари Кришна. Ученики разные служения совершали под руководством Шрилы Прабхупады. И здесь Шрила Прабхупада эту идею углубляет, говоря, что каждый ученик должен считать себя полным невеждой науки о Кришне и всегда исполнять указания гуру, чтобы обрести сознание Кришны. Это каждый ученик тоже очень важно, потому что иногда некоторые могут думать, ну я, в принципе, был глупцом, но сейчас стал умником, а вот другой еще должен быть глупцом, но потом, может быть, тоже станет ученым. На самом деле ученые, чем Господь Шри Чайтанья Махапрабху, никого нету, но он сам показал пример, что всегда нужно быть глупцом перед духовным учителем. Быть глупцом — это означает не спекулировать, не придумывать то, что не одобрено духовным учителем. Всегда одобрение нужно получать. Иногда ученик думает, что вот он какое-то время получал одобрение что-то делать, а потом он может сам действовать. Вот такого примера мы не видим. Даже великий ачарья Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами тоже и другие, они все показывали пример, что всегда они спрашивают санкцию Господа и духовного учителя, гуру, всегда они спрашивают. Да? Поэтому это указание, то, что мы сейчас получаем, здесь этот урок, то указание касается каждого. Ученик всегда должен чувствовать себя глупцом перед духовным учителем, говорит Шрила Прабхупада. То есть с начала жизни до конца нужно быть смиренным. Кто может быть глупцом? Тот, кто себя считает по-настоящему слугой, звуки храпа включать надо. Угу. И фактически смиренным может быть тот, который считает реально себя глупцом перед духовным учителем. И здесь еще уникальная мысль, что приводит Шрила Прабхупада, что иногда любители духовной жизни принимают учителем человека, который не годится даже в ученики, ибо хотят держать его у себя в подчинении. Для духовного самопознания это, конечно же, бесполезно. Но есть такое явление, поэтому Шрила Прабхупада говорит. То есть для моды они держат кого-то в подчинении. Якобы у них есть духовный учитель, который по качествам не годится даже в ученики. Почему так делается? Ну, разные цели есть в материальном мире. И материальная выгода – это очень большая цель. И люди в некоторых общинах преследуют материальные цели. И просто духовный учитель – какая-то карикатура там, какое-то подставное лицо, которое даже не годится в ученики, но это наш гуру, но просто контролирует этим гуру, оплачивая его пребывание.
Просто шоу какое-то. И здесь Шрила Прабхупада дальше говорит, что показное изучение веданты без сознания Кришны, то есть без веры в то, что святое имя не отлично от Кришны, и без повторения святого имени, не имеет смысла. И Шрила Прабхупада говорит, тому, кто нашел прибежище у святого имени, которое не отличен от самого Господа, нет необходимости изучать философию веданты. Такой человек уже постиг ее смысл. Но здесь говорится о принятии прибежища, потому что можно принять прибежище у святого имени, это предание настоящее, это серьезный уровень. И можно просто повторять без принятия прибежища и без понимания, что святое имя не отлично от Господа Шри Кришны. То есть пока человек не принял прибежище у святого имени, это не касается какого-то простого повторения, что просто человек повторяет с оскорблениями и не изучает веданту, вообще не хочет ничего знать, все думает, я достиг уже. На самом деле нужно принять прибежище, и если человек не способен повторять святое имя Кришны, если он думает, что святое имя отличается от самого Кришны, пишет Шрила Прабхупада, и что познать Кришну берется за изучение веданты, это означает, что он первейший глупец, что подтвердил на своем примере Чайтанья Махапрабху. То есть, повторяя святое имя, мы можем понять с этих комментариев, что человек, повторяя святое имя, может принимать прибежище у святого имени, и он может понять, что святое имя не отлично от Господа. Не только изучением веданты может понять, и повторяя святое имя тоже может понять. И в конце комментариев Шрила Прабхупада приводит другую сторону. То есть, с другой стороны, есть люди, которые, они очень легкомысленно все принимают, а это, этих людей называют сахаджами, говорит Шрила Прабхупада. И они считают себя возвышенными вайшнавами, но не притрагиваются к веданта-сутре или учению веданты. Но в Риндаване очень много таких людей, как говорит Шрила Прабхупада, которые не изучают веданту, но считают себя возвышенными вайшнавами. Истинный вайшнав, пишет Шрила Прабхупада, должен изучать веданту, но если изучив ее, он не начинает повторять святое имя Господа, то он ничем не лучше майявади. Поэтому нужно избегать как склонности к майявади, так и пренебрежения философией веданты. То есть, кто истинный вайшнав, он и изучает веданту, и повторяет святое имя. Оба делает. Из этого следует, что вайшнав должен в совершенстве знать веданту, но не считать ее изучение единственно достойным и достаточным для себя занятием, не проявляя интереса к повторению святого имени. Преданный должен сознавать важность как изучения веданты, так и повторения святого имени. Если изучение веданты приводит человека к имперсонализму, значит он ничего в ней не понял. То есть, если человек изучает веданту и думает, ну это не то, все не то, я ушел от всего общения, от всех, вот, от всего, но не понимая, что целью веданты это является удовлетворение Кришны, а Кришна не отличен от святого имени. Вершиной знания является знание о Кришне, которое не отличен от своего имени. Несерьезные вайшнавы сахаджи не утруждают себя изучением веданты, объясненной в комментариях четырех ачарьев. Вот это ужасное оскорбление, что Шрила Прабхупада пишет. Есть люди, которые считают такие люди сахаджи, именно сахаджи. Однако сахаджи считают произведения, которые комментировали ачарья, произведения считают, что это оскверняется. Сахаджи считают подобные произведения оскверняющими философскими измышлениями.
самых ачарьев, преданными со склонностью к гьяне. Так эти люди прокладывают себе дорогу в ад. То есть сахаджи – оскорбители. Ад идет оскорбитель. Они думают, что вот тот, кто изучает веданту с комментариями ачарьев, это все оскверняющие какие-то измышления. А самых ачарьев считают преданными со склонностью к гьяне. Вот это ужасное оскорбление. Поэтому нужно быть очень осторожным и на каждом шагу свои как бы понимания и свои действия сверять с истинным духовным учителем. Духовная наука очень-очень тонкая вещь. Другой стих, 73-й, тоже большие комментарии Шрилы Прабхупады. Тема продолжается, углубляется. Очень важная тема. И можно сказать, что здесь, когда мы читаем стихи и комментарии Шрилы Прабхупады, лично у меня такое впечатление, что поскольку Шрила Прабхупада большие комментарии дает стих за стихом, это значит очень важная тема для объяснения. Мы можем сами заметить, что без комментариев Шрилы Прабхупады трудно было бы нам понять. Мы могли бы понять, например, в этом стихе односторонне, да, потому что могли бы понять так, что раз здесь Господь Шри Чайтанья говорит, ты не способен изучать философию веданты, поэтому всегда повторяй святое имя, мы могли бы взять и имитировать это, то есть вообще не изучать книги и только повторять святое имя. Это было бы имитацией, но Шрила Прабхупада приводит в комментариях и Бхагаван Сарасвати Такура и свои мысли в том, что на самом деле нужно понять суть, что высшей целью веданты является постижение Кришны. Но этому нужно обучаться под руководством духовного учителя. И духовным учителем должен быть человек, который сам ученик. Истинный духовный учитель – это тот, кто сам идеальный ученик. Другого не существует. Если человек сам не идеальный ученик своего духовного учителя, в Гуру Парампаре, он не может ничему учить. Интересный момент еще скажу, и этим мы закончим, и начнем повторять святое имя вместе со Шрилой Прабхупадой. Один из моих друзей недавно был на лекции в храме, и будучи 30 лет очень глубоко изучающим Писание ачарьев и книги Шрилы Прабхупады, будучи очень разумным, он заметил ошибку в толкованиях лектора и сказал об этом, что это не так. Потом лектор с ним обсудил после лекции этот вопрос и, увидев, что не может аргумент привести, он стал спекулировать. Спекуляция в том, что а кто твой учитель, а как ты изучал и так далее. И человек ответил, я изучал по книгам Шрилы Прабхупады и ачарьев. Вот видишь, ты не в парампаре, ты не имеешь духовного учителя. То есть сразу человек начал с того, что если ты не инициирован, значит ты не можешь понять ничего. Это тоже большая ошибка, потому что такого нету, что тот, кто не инициирован, он не может понять книги Шрилы Прабхупады. Такого не существует. Кто искренен, он всегда поймет, потому что получит милость Шрилы Прабхупады. В этом даже нет сомнений. А кто не искренен и не серьезен, хоть четырежды будет инициирован, но ничего не поймет. Потому что здесь эта духовная наука не понимается формальными инициациями.
Поэтому, когда здесь говорится о духовном учителе в этих комментариях, не имеется в виду только дикша гуру. Здесь имеется в виду истинные духовные учители, дикша гуру и шикша гуру. Здесь имеется в виду, что мы, если принимаем Шрилу Прабхупаду как нашего шикша гуру, мы берем фактически, если мы принимаем, мы берем тоже обязанность, что должны неукоснительно следовать и считать себя глупцом перед ним, и перед Дикша-гуру, и перед Шрила Прабхупадой, Шикша-гуру. Поэтому есть люди, которые они думают, что если они инициированы или дважды инициированы, значит они уже превосходят других, которые не инициированы или не дважды инициированы, и гордятся этим. Вот. Это очень плохо. Это тоже означает, что человек не понял сути. Потому что здесь ясно было сказано, что кто верит в святое имя, что не отлично от Бога, а вот этот мой друг преданный, он верит, что святое имя не отлично от Кришны. В этом нет сомнений, я знаю. Он превосходит этих знатоков Веданты и так далее. И здесь Шрила Прабхупада привел этот стих, знаменитый 3.33.7. Тот, кто произносит два слова Хари, уже изучил четыре Веды. Вот. И тот, кто родился в семье собакоедов, начинает повторять святое имя. Это значит, что в прошлой жизни он прошел через все виды аскезы и совершил все ведийские яги. То есть в прошлой жизни. То есть если серьезно говорить, можно сказать кому-то, вот, а ты уверен, что в прошлой жизни я не прошел через все виды аскезы, ведические яги? Инициация тоже, это обряд, тоже ведический обряд. Кто может сказать, что, например, определенный человек в прошлой жизни не смог пройти эти все ведические яги, совершать аскезы, и сейчас с самого начала повторять святое имя с верой? Только Кришна знает об этом. Поэтому нужно быть очень осторожным и не гордиться. Не гордиться. В наше движение могут прийти разные люди. Могут прийти те, которые в прошлой жизни даже были учителями духовными, но сейчас просто пришли и с самого начала начинают это все. Но у них реализация совсем другая. Поэтому вот это формальное отношение к людям и к преданным особенно, очень-очень опасная вещь, очень-очень опасная. Формальное отношение, это значит вообще не воспринимать и не смотреть на квалификацию человека, а квалификация является вера. Вера человека в святое имя является его квалификацией. Если он верит в святое имя, что оно не отлично от Кришны, по-настоящему верит, если он верит, что Шрила Прабхупада живой, он не ушел, он всегда живой, и так изучает его книги, он получает общение от Шрилы Прабхупады, одобрение, он получает его даршан, потому что Шрила Прабхупада всегда живой, он живет в своих книгах, как сказал, не просто так. И он может любого человека спасти, если человек искренне следует его наставлениям, веря, что святое имя не отлично от Кришны. Поэтому вот эти формализм, сахаджизм, разного типа имперсонализмы, фанатизмы, это все полная глупость. И если человек имеет руководство и разум, естественно, чтобы иметь руководство и действовать в сознании Кришны правильно, он не ошибется. Но если человек не имеет руководства и даже имеет слабый разум, не может отличить, что есть что, он будет запутываться всегда. Как будет запутываться, Шрила Прабхупада сказал в комментариях. Смешную вещь даже, но реальную. Раз говорит Шрила Прабхупада, значит, есть такой инцидент, что даже того, кто находится, вот, пишет,
Своим учителем иногда так называемые любители духовной жизни, своим учителем принимают человека, который не годится даже в ученики. То есть человек реально не годится в ученики, но люди хотят держать его у себя в подчинении и принимают его как духовного учителя, то есть какой-то поставленный духовный учитель на эту должность. Для духовного самопознания это, конечно же, бесполезно, пишет Шрила Прабхупада. Поэтому вот это оплачиваемые духовные учителя, которые просто работу выполняют, потому что их последователи его назначили так называемым или приняли духовным учителем, который не квалифицирован, но просто эту работу выполняют так называемые. Это просто тоже бессмысленная вещь. Очень многое мешает искреннему человеку, говорит Шрила Прабхупада в комментариях по Бхагаватам, достичь духовного совершенства. Но тот, кто искренний и серьезный, того ведет сам Господь из сердца, он найдет правильный путь. Сначала, когда человек приходит в это движение Господа Шри Чайтани Махапрабху, самый важный момент – это правильно встать на этот путь правильным образом, то есть понять, куда он пришел и как он должен действовать. Действовать он должен смиренно и должен найти искреннее общение. Потому что много здесь разных людей играют разные свои игры и представляют себя как бы другим, рекламируют себя, что они постигли духовные истины, они являются кем-то, тем-то. Но есть среди них шарлатаны тоже, поэтому нужно быть очень искренним и серьезным, чтобы Господь защитил от этих шарлатанов, не попасть под их влияние. В основном те, которые любят собирать много последователей, среди них можно спекулянтов больше найти. Простые люди, которые ничего не хотят, они просто искренне практикуют сознание Кришны. Поэтому, как Иисус Христос говорил, мне нравится вот это высказывание, что нужно через узкую дверь пройти. Узкая дверь – это значит, там, где нету огромной популярности, там тоже может быть истина. Не обязательно, что истина там, где огромная популярность. Поэтому искренность и серьезность человека – единственная гарантия, когда человек может не ошибаться, потому что Господь будет вести его. Так, дорогие преданные, больше получаса мы уже читаем. Мы сейчас будем повторять Шрилой Прабхупадой до 7 или 7.30. Намам Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимате Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гаурабани Прачарине Амини Вишеши Шумула Дедашча Бадиштани. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шадвайта Гидатара Шива Сади Гаура Бхакта Вринда. В конце там 5-10 минут можно вопрос задать или поговорить.